Здравствуйте, Арсений. Это видео про ваш одуванчик. Вот одуванчик наклеен на двухсторонний скотч на мой тестовый адаптер. Сейчас я его проверю в камере. Смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 85 мм, диафрагму 1,4. Время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Это вам понадобится для того, чтобы сделать юстировку точки подтверждения или перепрограммировать на другую диафрагму. Во время съемки диафрагма не меняется. В этом нет необходимости, поскольку Canon делает экспозамер по потоку реального света. На объективе вы можете менять диафрагму во время съемки, и камера просчитает правильно выдержку. Также будет работать кнопка экспокоррекции. Вот он, одуванчик. Вот полочка. То есть сначала вы наклеиваете полочку, потом на полочку с помощью двухстороннего скотча наклеиваете одуванчик, проверяете в камере, чтобы все контачило, и потом уже наклеиваете на клей. Вот клей, там лежит в упаковочке внутри еще и зубочисточка, с помощью которой будете наносить клей. И вот калибр. Сейчас я еще открою вам инструкцию по наклейке одуванчика. Внимательно ее прочитайте, посмотрите и делайте все точно по моей инструкции. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.